Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Сегодня у нас две невесты. Марина. Марина, 47 лет. Марина, медсестра в поликлинике. Что такое слово «интимное»? Ну, сюда. Да. Недавно открыла свое дело. Марина никогда не вступит в отношения с лысым или рыжим мужчиной, который любит себя пожалеть. Очень хорошо подумаю. Знакомьтесь со второй невестой. Русскую бабу Надежду. А это Надя тебе. Ну вот так-то лучше. Надежда. Была замужем. Ну, я прожила иногда сядете и венчал. Знакомьтесь с третьей невестой. Невеста у нас Татьяна. Татьяна. Долго терпела издевательства со стороны бывшего мужа. Но когда обрела финансовую независимость, оставила ему дом и сбежала в другой город. Женихи, я уверена, что здесь моя вторая половинка. Татьяна в прошлом преподавателя. Обожает целоваться и танцевать. Слушайте свое сердце. Какая красивая пара.